Три человека погибли в воскресенье в результате пожара в частном жилом доме в Херсонской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В 0:15 в селе Калиновка Голопристанского района в частном жилом доме возник пожар. В результате отравления продуктами горения погибли три человека, сказано в нем. Согласно сообщению, буквально за 10 минут пожар был ликвидирован местными жителями. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.